свои глаза-то разноцветные. Во. А и тут так и сидит. Произошла страшная трагедия. Артём. Камеру убери. Нет, мы просто порассуждаем, можно ли так сидеть? Да я не знаю, что, если устал, можно посидеть? Просто мне, когда в детстве говорили, что-то я такое делал, мне говорили, что не делай так. Потому что так и будет. Ну вот что-то такое похоже. Но я думаю, в этом ничего страшного нет. Я тоже не думаю. Сел и сел. И все. Главное. Что-то какой-то опухший, что ли? Илюха? Илья. Тебя что не узнать? Или нормально? Может, тебя пчела укусила? Ну ты какой-то тут не узнаешь же? Короче, приехали мы покупаться, а здесь вот такое судно стоит. Как ты думаешь, что это? Как называется? Это яхта, баржа. Там играет жесткий рок российский. Ну пьяными можно, да? Управлять. Ну такими-то судами вряд ли можно. А, ну это уже серьезно. На весах можно. Немножко мы потрудились. Перед этим покушали, сейчас искупаемся, и будет офигенно. Правда, что-то речка ушла. Вот я помню, ходил первый раз его здесь. Артём, куда мы идем? Расскажи, пожалуйста. Песик откормить. А они здесь какую функцию выполняют? Или они так просто? Для души. Для души? Ну, это они мои, тебя у них хозяйка есть. Встречают уже, смотри. Да. Особенно у этой морды высунута. Ну пойдем, толкай его. Первый раз слышу, чтоб собаки котов ели. Не, так они их просто душат или да, прям едят? А, ну для веселья. Покажи-ка мордочку-то, свои глаза-то разноцветные, во. Пойдем. Чувствовая? Чувствовая. Вот так проходит день Артема, странника судьбы. Вы там еще лайки не поставили? Давайте, а то время-то идет. И с собаками погуляли. Пойдем, давай, иди купайся. Давай. Топай. А, иди. Вот. Вот, как начнет. Сейчас на... Ё-моё, похудела-то сразу, посмотри на себя. Сразу стройняшка стала. Да, мусор здесь, мусор. Немножко так подтолкни. Все, погуляли мы с собаками. Сейчас мы доедем. Артём рыбу купил холодную. Сейчас он ее куда-то на сохрану берет одну. А вторую, наверное, будем готовить сегодня-завтра. Так что будет все окей. Вон Артём идет. А рыбу завезем? Тебя здесь ждать-то? Давай. Вот он обновился, уже идет. Рубаху поменял. Сеточку надел. А? Здорово. Обновился. Сейчас разглажу. Смотрите, какой красавчик меня встретил. Иди, покажись, иди сюда. Покажись. Вот алабайчик какой. Прибежала встречать. А ну что? Что такое? Вот сейчас шел. Там вот вдалеке машина. И женщина оттуда выходила. Я у нее спросил, у нее большой рюкзак. Я говорю, а вы сегодня полетите? Потому что вчера там же останавливалась машина, пока я монтировал ролик. И парень вышел, на себя спецкостюм надел. Ну, я видео это вставлю, наверное. Ребята, в общем, монтирую я здесь ролик такой, сижу на полянке, тишина, ветерок немного, подъезжает машина, он там стоит, а из машины вылазит мужчина и начинает разбирать параплан. И мы сейчас с вами будем свидетелями взлета человека в небо, представляете? Он пока что сказал, не знаю, получится у него или нет взлететь, но он будет пробовать, и я буду при этом находиться рядом. Thank you.
кто из вас летал на параплане. Тоже нужны свои погодные условия, ветер определенный. Да, не так все просто. Он сказал, я не знаю, залечу я или нет. Да, поймать волну. На ветер сильный. Я же вот как-то не могу махать. У меня только одно крыло. Ну, ветра вчера не хватило. Он разгонялся на аэроплане все. Сегодня женщина сказала, что хороший ветер, даже, возможно, сильный. Но это не главное. Если вы встретите таких людей, я вот спросил, что вам пожелать в полет. Хорошего ветра? Она говорит, да, хорошего ветра. Еще хороших термиков. Я не знаю, что это. Вот кто, если знает, напишите, что такое термики для людей, которые летают. Как же она сказала? Большой высоты. Вроде так. Так что желаю им, чтобы все у них получилось. Вот оттуда они будут стартовать, разбегаться. И, возможно, пролетят над землянкой странника судьбы. Ну, кстати, вот босичком по земле. Прекрасно. Вот. Я не знаю, видно вам, нет, вот крыло парит. Видите, ребята, видите? Все получилось сегодня. Так что хороших термиков надо желать обязательно. Там здорово, наверное, наверху. Тём отдыхает, наверное. Сейчас посмотрим, что он там делает-то. Наслаждается тишиной, наверное. А здесь пришел Илья и потревожил его покой. Вон встает. Ты... Артём, ты не видишь, над тобой парят? Да, видел. Ты не знаешь, что такое слово термик? Сейчас я парашют. Сейчас не удивлюсь, если он с портфелем полезет. Ты что, сам должен? Бери. Спасибо. А что, я тебе две дал, что ли? Как тебе две было? Я же тебе одну дал. Так я одну сохранил. Ага. Ну что, едем? Приумножу. Мы едем? Да, поехали. Да, прибавь. Когда первый когда все залы будут увенчаны головами чучел, когда доспех станет мне напоминать могилу, я отправлюсь на поиски истинной силы. Чем мы сюда приехали-то? Эту бутылку надо будет в руках вести, потому что она кап. Вот здесь еще одна. Вот так Артём носит к себе домой, в скобочках, в землянку, воду. Я говорю, не всегда я так воду ношу, редко я так воду ношу. Так, а дальше? Что тут? Вот такие красоты. Здесь купель, можно искупаться. Но это в речку впадает. Там домик. Такие тут, конечно, красоты и места, как на юге, в общем. Моря не хватает. А погода, конечно, этим летом чудная. Пока что. Ладно, в общем, мы набираем воду, потом везем это все к Артему домой. Выгружаем. И уже планируем дальше, да, Артем? Первый раз он позволил нам подъехать. И тут же ко мне сразу же присел вот этот джиггернаут. Нихера он здоровый. Вот, водички набрали. Со святого источничка. Сейчас будем кашку есть. С соусом. Как он называется-то, все забываю. С которым роллы едят. Соевый. Оказывается, с ним каша становится намного вкуснее. Не перестаю удивляться, да, вот этими красотами. А, вон там опять летают. Аэроплан. А, вот он, соус еще. Макароны. И хлебушек.
Ну давай иди отсюда. Вижу. А я тут так и сидишь. Сейчас они напрыгают мне в салон. Потом дави их там ногами нечаянно. Не удивлюсь, если Артём присел. Да, он присел. Уже и прилечь успел. И прилечь успел. Ух, подшипливает. Да ладно, все. Где отсюда? Нафиг тебе надо? Ты, наверное, уползал туда, где сейчас люди пойдут. Это все туда, позже на стол. Ну, поможет поменьше даже. Поменьше. Ну, так вот. О, ну, нормально, я съел. Да, конечно, нормально. Ничего себе рыбина. Прям получается какая-то картина. Пня не видно. Перфекционисту. Так, что нам надо? А, вон прованские, они же для этого. О, ароматик пошел. Ну, я думаю, вкуснее будет, как соус будет. Да, и не даст высохнуть сильно рыбине. Она не высохнет? Она же в соку будет своем. Не, у меня отец сделал, но в этом, знаешь, у него мангал есть закрытый. Он ее туда положил на сетке и сверху закрыл. И получается, как горячая копчень. И одна рыбина получилась жирная-жирная прям. Я поэтому и торопился. Просто долго там на речке, в 9 часов, будто только опять в 10 пришли, там уже спать охота будет. Не, я думал, ты все, потому что я вообще до сюда шел. Смотрю, там эти уже складываются, летчики тоже все налетались. Я не знаю, что это будет, это просто импровизация. Я просто собрал все, что было. Я так же готовил. Только я курицу так готовил. Очень долго она у меня томилась в костре. И некоторые кусочки маленькие я, конечно, сжег. Тоже фольге делал? Да, да. Может, ее прям перевернуть сюда, чтоб, не? Без разницы? Да, без разницы, да. О, не сок. Ну, везде будет. Наверное, надо же масло. Помажь, лишним не будет. Хватит? Хватит. Что, может, мне костер развести? Не, не, сейчас разведу. Да, подниму, а ты это вокруг. Сейчас доведет его Артём до углей и потом покладет туда рыбу. Да, не ожидал я, что сегодня будем рыбу готовить. Да? Прям я сейчас очень удивлен. Почему ручка у топора красная? А я лаком покрыл. А-а-а. Вот такой стол уже прям готов. Осталось только рыбинку положить, фольгу снять. Прям слюни текут в преддверии вкусного ужина. А убери соль, пожалуйста. И это. Надо, походу, будет еще лучка, а то мы тут подсъели уже, пока ждали. Ну, хлебушка надо. А хлеб батон, кстати, есть. Все-все. Не-не-не-не-не-не, конечно, надо же это. Может, ей дать подостыть? А то сейчас, если руками начать, это все горячо, а? Так а что, не, мы просто разрежем. А, да? Где она? Одна фольга. Мороженое не будет, но рыба будет вкусная. Попробуем. Я уверен, что приготовилась. По ней видно, она так легко ты отделил просто. Угу. Да, все. Ну да, может за хлебом идти. Рыба по подшельнически. Так, берете, ребята, смотрите. Оп, кусочек. Значит, соевый соус. Так, потом на лучок. Сверху кусочек помидорки. И за вас приятного вам аппетита. Я себе пробовал все. Обалденно. Спасибо. Спасибо, Артём, тебе, да, что ты меня накормил. Который раз уже накормил. Все, мы будем есть. Не мешать вам, и вы нам не мешайте. Пока.